Сегодня город Барнаул отмечает особенный праздник – 289 лет, предюбилейный день рождения. Давайте посмотрим подробнее, что приготовили и организовали на набережной и чем сегодня здесь развлекают наших барнаульцев. Молчать! Ты что это голос повышаешь, а? Ты что голос повышаешь? Курва ты старая! Баба-Яга – деревенские жители, самые простые декорации. Вдоль всей набережной идут мини-спектакли. Инсталляцию «Под открытым небом» разбили артисты театра драмы. Сегодня мы показываем 5 отрывков из рассказа Василия Макаровича Шукшина, который можно вот прямо так вот медийно посмотреть, проходя по ряду набережной. Когда, насмотревшись спектаклей, барнаульцы поднимались по лестнице Нагорного парка, на каждом пролете их ждали выставки детских картин. Авторы – воспитанники художественных школ города. Мы решили порисовать непосредственно на празднике, чтобы наши жители увидели, как дети работают на пленэре. Те, кто насытился культурной программой, могли подкрепиться русскими блинами и не только. А еще у каждого была возможность научиться оказывать первую помощь и изучить, как устроена пожарная техника. Особенно ребенку все это здесь нравится, но еще больше нам нравится, что ребята под открытым небом играют такие замечательные вещи. Мы уже 2 отсмотрели сюжеты, нам очень понравилось. Берег очень красиво сделали, все оформлено. И Молотогорскую. Это новое. В наше время этого не было ничего. Отметим, что самое веселое и зажигательное запланировано на вечер. В это время на набережной появятся музыканты и пиротехники. Ну а пока любимому городу от юного поколения – стихи. Люблю я город Барнаул, он уголок моей России. Когда-то он был лис, аул, теперь нету города красивее. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.